Что-то очень много под мостом. Может ли Twitch умереть как платформа, так же как YouTube Gaming, скачая по YouTube Gaming? Twitch может умереть только по одной простой причине. Дело в том, что Twitch не прибыльный, и у Амазона нет своей рекламной платформы. Вся реклама, которая крутится на Твиче, работает в педально-ручном режиме. Ты не можешь просто так зайти на Твич и купить там рекламу. И это просто отвратительно. Серьезно? Серьезно. Я тоже об этом узнал, я был в шоке. У них все контракты на видеорекламу вручную процессятся людьми. И так как у Амазона основной бизнес — это продажа вещей через магазин. Но они свое собственное просто туда пихают. Да, ну там, у меня большинство рекламы — это реклама сериалов с Amazon Prime, которая крутится на Твиче. Если посмотреть, вот это немножко связано с... закрытие миксера. Это миксер закрылся по той же самой причине. Microsoft так и не смог научиться на нем зарабатывать денег. У Microsoft нет собственной ad network. Весь бизнес Microsoft — это продажа Xbox и программного обеспечения. У них по сути сейчас есть два крупных игрока на поле стриминга. Это YouTube и Facebook Gaming. Несмотря на то, что всем вроде как плевать на Facebook, тем не менее, они будут драйвить этот бизнес, потому что он напрямую связан со своими рекламными доходами. У них есть очень крупная рекламная сеть. Поэтому будущее у этого сервиса есть. Все сервисы, видеосервисы, которые открываются, у которых нету собственной рекламной сетки нормальной, они обречены просто на провал. Ты никогда их не окупишь. Абсолютно.